мая 1945 года войска 2-го Белорусского фронта, форсировав пролив Зевенок, овладели железнодорожной станцией городом Воллин. Немцы, стремясь отбросить наши подразделения, предприняли 11 контратак. Советские бойцы отразили вражеские контратаки и после упорных боев овладели железнодорожной станцией и городом Воллин. Войска 1-го Белорусского фронта, наступая южнее города Бранденбург, боями заняли несколько крупных городов и населенных пунктов. Группы пехоты и танков противника пытались оказать сопротивление, но были рассеяны. Продолжая наступление, советские части выбили гитлеровцев из города Визенбург. В этом районе захвачены склады с военным имуществом немцев. За 4 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 26 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 14 самолетов противника.